Популярная культура соблазняет, высокая культура покоряет. Мейсон Ули. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Новости культуры». Поговорим о пище для души и усладе для сердца. Иркутск станет одним из городов, в котором пройдет международный фестиваль документального кино «РТ-ДОК. Время героев». На фестивале будут представлены лучшие фильмы официальной программы, прошедшей в Москве. Туристы со всей России, объединяйтесь! В июле федеральные эксперты, директора ведущих музеев страны, представители Министерства культуры России, министры культуры регионов страны проведут презентации и открытые лекции для специалистов музейного дела и всех желающих. Задача – развитие потенциала музеев, повышение интереса к ним и привлечение молодой аудитории. А сейчас информация для тех, кто планирует культурный поход в ближайшее время. В Ангарском городском музее заработала выставка «Традиции». 8 июля – День семьи, любви и верности. Множество праздничных мероприятий пройдет в разных уголках Ангарского округа. В частности, в музее часов в полдень подготовлена программа для посетителей любого возраста. В этот же день с 7 вечера на центральной площади поселка Мегет – мега-танцы. 10 июля в детской школе искусств Мегета – мастер-класс «Океан с золотыми рыбками». Родителям на заметку. В детском клубе «Сибиряк» работают творческие мастерские. Летом вместе веселее. И весь июль в парках и скверах Ангарска предлагаются развлечения по интересам в программе «Припаркуйся в лето». На улице дождь непрерывный, а дома тепло и светло. И можно на бурные ливни спокойно смотреть сквозь стекло. Тут можно укрыться от зноя, спастись от морозного дня. В хорошее место, родное, домой так и тянет меня. Стихами Агнии Барто сегодня завершим наш выпуск. Семья – это самое ценное в жизни каждого из нас. Говорите друг другу комплименты, слова благодарности и признавайтесь в любви. Дарите подарки и цветы по поводу и без. Проводите больше времени с родными просто так. И помните, в любой ситуации нужно вести себя культурно. До свидания!